У меня была цель, которую я хотел добиться в течение долгого времени. Мечта из моего детства. Однажды утром я проснулся после одного из моих боев, в котором я заработал много денег. Я пошел прямо в банк. Я сказал парню в банке, что я не хочу, чтобы мои родители платили по счетам до конца своей жизни. Затем я положил деньги на счет моих родителей, и я сказал парню: «Все ясно, любой долг. И я не хочу, чтобы мои родители платили за что-либо до конца своей жизни. Никогда. Больше». Я взял обещание с парня, что он будет всегда брать мои деньги. Я сказал оплатить моим родителям ипотеку, любые вещи, машины. Хоть каждый день пусть покупают. Также я пытался скрыть это от родителей, так как знал, что они никогда не согласятся. И как-то я был в Бразилии, и моя мама, мои родители все поняли. Они позвонили мне, моя мама плакала. «Спасибо, ты не должен был делать этого». Отец был в бешенстве. «Это твои деньги! Ты не должен делать этого! Это твои деньги! Мы работаем! Мы в состоянии себя прокормить сами». Мне стало так хорошо. Это было лучшее чувство за всю мою жизнь. Это было изумительно, даже лучше, чем когда я победил Мэтта Серу. Это было лучшее чувство в мире. С вами был Бэтмен, подписывайтесь на паблик Best of MMA.